Школа гостеприимства – новый проект для Брестского региона. Область всегда пользовалась популярностью у туристов, а потому развитие системы сервиса и обслуживания здесь было и остается важным и приоритетным. Как сделать работу гостиничных комплексов более эффективной и качественной? Ответы на эти вопросы в рамках школы гостеприимства дают опытные эксперты. У нас в области 87 мест размещений, в том числе гостиницы, мотели, хостелы, туристические комплексы. С общим числом мест размещения более 5000 мест. Вот. И этот процесс продолжает развиваться. В настоящее время ведется работа по строительству еще 21 объекта размещения. Поэтому у нас большая база в области, есть что посмотреть, есть где разместиться. И принимаем во внимание, что в ноябре вступает в силу указ 300-й, который регламентирует безвизовое пребывание иностранных туристов на территории Брестской области в составе туристической группы, то, естественно, мы ожидаем увеличения туристического потока. Первое занятие в школе гостеприимства прошло на базе Дворца водных видов спорта. Место проведения было выбрано не случайно. Здесь также есть гостиничный комплекс, который пользуется особой популярностью спортсменов. На месте зарубежные гости получают тренировочную базу, питание и проживание. С введением безвизового режима жильцов стало значительно больше. Администрация комплекса еще более активно занялась работой над улучшением сервисного обслуживания. Мы очень рады, что школа гостеприимства проходит на нашей площадке. И мы всегда очень активно участвуем и в других мероприятиях, которые проводят управление спорта и другие организации. И заряжаешься колоссальной хорошей энергетикой от лектора, который преподает, и, соответственно, потом пытаешься все это воплотить в жизнь на своем объекте. Программа рассчитана на полгода. За это время у представителей туристической индустрии будет возможность не только увидеть со стороны те недочеты, которые сегодня есть в работе, но и определить свои сильные стороны. Открытый формат общения позволит экспертам и слушателям обменяться мнениями и получить бесценный опыт, который обязательно пригодится в их будущей деятельности. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.